24 июня 2018 года около 20:00 мы побывали в здании Овидиопольского районного совета, где на первом этаже в кабинете номер 110 Овидиопольская районная избирательная комиссия должна была вести прием документов на кандидатов в члены участковых избирательных комиссий по повторным выборам председателя Таировской ОТГ, которые запланированы на 15 июля. Прием должен был происходить до 24:00, так как это был последний день регистрации. Однако членов комиссии мы на месте не обнаруживали. На дверях была записка с номером телефона 097-922-4148 заместителя председателя Овидиопольской районной избирательной комиссии Татьяны Алексеевны Паучак. Мы ей позвонили, и через 20 минут Татьяна Алексеевна появилась на своем рабочем месте. Конечно. А сейчас он находится не здесь? Да, я передала его, сейчас я его верну назад. Передали куда? Куда надо, вышестоящим органам. Ну, вы же... Начальство. Ну, вы же здесь сидите на работе, как можно передать? После работы можно передать? Вот, закрыть. Ну, почему? Сейчас никого нет. Я знала, что сейчас никого не будет. Передала, люди быстренько смотрят. Вы экзорцист? Да. Ну, это смешно, слава. Почему? Ну, сегодня на работу до скольки? До 12. Ночи? Да. Он будет сейчас здесь? Подождем. Конечно. Вы вызываете, и они дают официальный запрос. Подождите, сейчас, сегодня, 24 июня. Сегодня последний день регистрации кандидата в территориальной, в дневничной комиссии, да, участковой. Да? Вас нет на месте, журнал нет на месте. Что вы будете регистрировать? Что значит нет на месте? Где журнал? Где журнал? Недавно. У вышестоящих. Я передала, у нас прием закончился, пока нет, никого нет. Нет, прием до 24 лет. Но на проверку журнал ушел. На какую проверку? Проверку чего? Вышестоящих. Проверку чего? Заполнение, как по документам прошло. Все там зло. Ну, будем разбираться. Разбирайтесь. Я так понимаю, что здесь у нас придется уже. Вызывайте. А можете поснимать, как работает районная комиссия? Да, кто лист нет, компьютера нет, нет, ничего. Это мы обязательно отразим. Я когда? В репортаже. Я что буду? Журнал где? Я еще раз говорю, официальное заявление. Не, ну почему его нет? Я сейчас вызываю полицию. Вы вызываете? Да, вот вызываем полицию. Давай, вызывай. Нет проблем. Хорошо. Ну, хорошо. Смотри, боже. Извините. А чего этот номер не есть действительный? Поснимайте, как работает комиссия. А 102 у меня единственный. Да. Здесь у нас сегодня последний день регистрации участковых кандидатов в часть участковой комиссии, а Овидиопольской районной территориальной избирательной комиссии до 12 ночи. Мы сегодня приехали в 6 часов, их никому не было. Ну, телефон был, мы им позвонили, через полчаса приехали. Но мы хотели, как журналисты, поинтересоваться. Ну, кого зарегистрировали, где журнал регистрации? У них ничего нет. Отсутствует полностью, да? Да. То есть, кто-то забрал куда-то, ну, как это, ну, сейчас кто-то где-то принимает в Одессе эти регистрированные, а вот регистрация здесь. Сама стоит. Да. Они там были вообще? Может, выходили? Да, ну, они уходили, нет? Я не видел. Сейчас мы увидим. Они бегали тут. Мы им задали вопрос на камеру. Где журнал? Ну, я хочу посмотреть, кого надо.
Они сегодня просто проявили принципиальность при регистрации одних человек. Там у него там не взял какой-то там документ. Ну, я говорю, ну, давайте проверим принципиальность, и ваш вопрос интересен. Ну, может, ну, ты должно быть принципиальное, мы тоже считаем. Слушай, ну что, ушли? А куда они ушли? Слушай, а они уходили же? Кто? Я наверное, не видел, как они вышли. Я тоже ничего не видел где-то, когда они убежали. Они не выходили через дверь, не знаю. А? Но у них сегодня дежурное время до 24:00. Сейчас видите, 23:02. Конечно. И их нет. Они отсутствуют вместе. Они отсутствуют вместе, это я считаю, что давайте мы как-то запрокатолируем и напишем заявление на то. Конечно. Да. Я так понимаю, что они поняли, что мы настаиваем. Они вначале сказали, что мы возьмем позицию по поводу того, что мы мешаем работе районной комиссии. Я говорю, с удовольствием. Пожалуйста. Вас тоже интересовал этот вопрос, да? Ну мы вообще выборы в Таиру мы постоянно освещаем, понимаете? Там такая скандальная ситуация, там с регистрацией, тех снимают, тех не регистрируют. И у них постоянно какое-то такое, знаете. Да, смотри, сейчас, видишь, сегодня последний день регистрации участковой комиссии. Где они? Ну кто-то сейчас придет. Согласен, это тоже. И опять же, меня удивил вопрос, знаете, я подозреваю, что многих регистрируют просто в городе. Ну, на личном контакте. Да. Я подозреваю. Я не могу пока этого доказать, но, по крайней мере, косвенно, может, подключил эту информацию. Я говорю, где ваш журнал? Знаете, я ж не могу. Вот сейчас с этим я приду в райотдел, а там не будет журнала регистрации вот этих заявлений. Сам этого не может быть, правильно? Это невозможно. Невозможно. Точно так же, как и здесь. Да. Ну что, членов избирательной, Ведьопольской избирательной комиссии нету, кабинет 110 закрытый, приехала полиция, мы написали заявление о том, что процесс регистрации кандидатов участковой комиссии нарушен, журнала регистрации на месте нету, кто как регистрировал и на каком основании завтра будут их формировать, нам неизвестно. Спасибо полиции, что приехали на место. Да, и приняли наше заявление. Я надеюсь, что материалы будут рассмотрены и потом будут даны соответствующие выводы. Место событий – журналист Роман Вашнидзе и Андрей Хлопченко.